Во время летних каникул славянским школьникам скучать будет некогда. Их ждет огромное количество всевозможных ярких, интересных и познавательных мероприятий. Первый из запланированных праздников состоится уже 1 июня. 1 июня – День защиты детей, один из самых любимых детских праздников. Для того, чтобы первый летний день 2017 года запомнился славянской детворе, в городе подготовлена обширная праздничная программа. С 7:45 на Театральной площади стартует конкурс рисунков на асфальте. В 9 часов утра начнется спортивная разминка. Любители уличных видов спорта смогут насладиться игрой лучших команд по стритболу. Начало соревнований в 9 часов 10 минут. Место проведения – Театральная площадь. В 10 часов утра в сквере «Аллея любви» пройдет торжественное открытие детской площадки. С 9:15 и до 12 часов дня на Театральной площади и улице Красной юных славянцев ждет огромное количество игровых станций. Здесь можно будет совершить экологическое путешествие, поучаствовать в веселой путанице, проверить себя на меткость и многом другом. Кинотеатр «Кубань» целый день будет проводить показ мультфильмов из краевого фильма фонда. Бесплатное посещение в этот день запланировано для юных посетителей историко-краеведческого музея и музея природы. С 16 часов праздничная развлекательная программа для юных славянцев предусмотрена и на площадке парка-отеля «Уют». Завершит праздничный день танцевальная программа «Зажигай лето», которая начнется в 19 часов на Театральной площади города. Также на Театральной площади Славянска на Кубани в продолжении празднования старта летней кампании 3 июня пройдет мероприятие «Летний семейный выходной». С 18 часов и до 21 часа здесь будет подготовлена игровая развлекательная программа, принять участие в которой могут дети вместе со своими родителями. Приходите, будет очень интересно!